Правительство Дагестана выделило более 180 миллионов на борьбу с COVID-19. На приобретение лекарств будет направлено более 26 миллионов рублей. Еще почти 40 миллионов на проведение лабораторного обследования на COVID-19 контингентов группы риска. Также на профилактику и устранение последствий коронавируса в республике выделят 100 миллионов рублей. Еще свыше 16 миллионов рублей на закупку трех рабочих мест лаборатории для диагностического центра.